Насчет аграрного земледелия, я понимаю, красивая фишечка, но сразу говорю, это просто модная штучка. Если кто-то внимательно, ну, бывал, может быть, на зарубежных выставках или на конференциях, где выступают специалисты, вы поймете, нет аграрного земледелия, есть миф, фишечка, выдумка. Ну, есть довольно-таки большая структура, которая хорошо зарабатывает на том, что она дает вам бумажку, что у вас типа аграрного земледелия. Но сказать, что это можно разбогатеть, ну, если лучше выдавать эти сертификаты, да. А рассказывать, что Украина может быть, ну, страной аграрной земледелия, поставлять Европу. Ой, не смешите мои тапочки. Не фантазируйте. Вот это никогда не будет. Ну, длинно рассказывать почему, но это просто смешно, что говорит государственный человек. Сразу видно, ничего не разбирается в отрасли.